Мам, все нормально, я сама. Доброе утро, бабуля. Вот и ладненько. Мамулечка, ты чего будешь? Овсянку или манную? Бабушка будет сегодня овсянку. Мам, ты не видела огонек со статьей этого? Ну, ты знаешь... Настя, вставай. Лик, я понятия не имею, где твой огонек. Мам, займись, пожалуйста, бабушкой. Я в ванную быстро. Настя! Ну, мам! Ну, когда ты научишься вставать сама? Настя, вынеси ну, судно, ты? Пожалуйста. Не пойду я туда. Не уложишь, а утром ее просто не разбудишь. И не стыдно тебе? Это подло. Бабушка тебя на руках выненчила. Я ее просила. Настя, ну-ка быстро к бабушке. Лиза живет в той комнате, хоть бы пожалела бы сестру-то свою родную. Она принюхалась, я не могу. Слушай, совесть иметь надо. Что у тебя с Андреем Павловичем? Ничего нового. Ну, он собирается делать какие-нибудь шаги? Мама, не надо. Как это не надо? Не надо, он спит с моей дочерью, а шагов делать не собирается. Мама, я прошу тебя, не вмешивайся в мои личные дела. Вы скоро там? Ну, я в туалет хочу. Господи, судно из-под бабушки забыли вынести. Ну ты... Настя, иди, ну вынеси ты судно. Вынеси из-под бабушки-то. Кому говорят? Я горшок хочу. Иди из-под бабушки неси. Какой стервозный ребенок. Ну что ты босая-то стоишь? Писать я хочу. Ну писай. Хорошо. Писай. Положи сейчас же кисточку на место. Да на, господи. И вынь палец из крема. Сначала свой несчастный ПТУ закончи. А потом уже рожу себе молю. Девочки, вы не видели, где мой зеленый шарфик, а? Мамуленька, я прохожу практику во взрослом коллективе. И поэтому должна быть на уровне. А потом мне не ПТУ, а школа торгового ученичества. Ледонечка. Куда же он мог подеваться? Тебе 2 рубля хватит, а? Дочка. Хватит, хватит. Я еще, может быть, отпускные получу. Вам завтра что-нибудь дам. Так это тебе? О, господи, 2. Значит, я возьму себе 5 рублей. 3 достаточно было бы. Ну нет, 3 мне не хватит. Ли, твой приехал. Нет, ну где же мой зеленый шарфик, а? Настя, ты не видела, где мой зеленый шарфик? А, Настя? Слушай, на, забери, нужен он мне. Пока! Лидочка, счастливый тебе путь! Странно, кандидат в таком прикиде, а тачка полное говно. Не говори. Настя. Лидочка, видишь? Новая хата? Ну зачем ты так цинично? Я бы назвал это смена явки. Пароль тот же. Ты знаешь, Рыжов уехал в Ленинград и оставил нам это. Так что после работы мы с тобой до 23 часов. А после 23 возвращается Рыжов? Нет, это я должен 23. Рыжов уехал на неделю. А, вон оно что. Ну, Лидочка, это уже ниже пояса. Ты же знаешь. Ну что ты, ну? Ладно, ну прости меня, прости. Ну хорошо, хорошо. Хорошо. Здравствуй. Здрасте, Леточка. Всем здрасте. Привет. Ой, здрасте. Здрасте, Мариночка. Извини, лучше не было. В принципе, ничего особенного. Гонконг дешевка. Дешевка. Вся трое, ничего себе дешевка.
Хороший купальник, тянет 250. Какой хороший? Ну так, один намек. 250, кошмар. Ладно, не ной, дам я тебе этот полтинник, отдашь, когда сможешь. Важно, в принципе, решить, ехать тебе с ним или нет. Через год квартира, через полтора тачка. А не хочешь на станке уродоваться, тогда иди в охрану. Штука обеспечена. Что? Штука, говорю. За охрану кооператива. Сторожем, что ли? Ну да, ее сторожем. Есть рэкет, который шерстит кооператоров. Вот. Ну, с каждого дела 2-3 штуки берут. А этих дел по Москве знаешь сколько? А нельзя их послать куда подальше? Ну, почему нельзя? Вполне можно. Только утром приезжаешь, оборудование разгромлено, помещение сожжено. И эта шобла приходит, и ты им отстегиваешь столько, сколько они попросят. Ну, а нет, так они тебя подвешивают и утюжком к животику. Вот от них-то и надо кооперативы защищать. Ну, а если в милицию? А там что, не люди, что ли? Я тебя умоляю. Тоже хотят вкусно пожрать. Ты можешь не курить? Ну, сколько раз не я тебе... Не дальше. Я что подумал? Ну, а что я? Зря, что ли, 2 года ВДВ отмантулил? Может, мне сразу в рэкет идти? Че, я человек тренированный? А? Ты ж хотел на юрфак. Ну, пока эту халяву-то не прикрыли. Надо материальную базу создавать. А потом... Дурак ты, Мишка. То ты в кооператив, то в охрану, то в бандиты. Просто прямой путь на юридический факультет. Малолетка ты глупая. Я тебе как близкому человеку, а ты... Если меня тогда Тафган не отмазали, у меня сейчас в карманах все было бы в порядке. Настя! Удостоверение было бы. Иду, тетя Клав! В университете бы я учился. И машина бы у меня была, и было бы у меня все окей. Ладно, Мишка. Зайдешь за мной вечером. Мне еще товар принимать. Чеши. Пойдем в следующий зал, пожалуйста. Прошу вас. Проходите. Проходите. Проходите, товарищи. Вот сюда, по стеночке. Вот так, все собрались. Ну, а здесь находится гордость нашего музея. Наша знаменитая диорама. Героическая песня, 905 год. Исполненная народным художником РСФСР Ефимом Исаакиевичем Дешалытом. Живописный план... Площадь живописного плана 200 квадратных метров. Господи, Евгений Анатольевич, как вы меня напугали. Ну, куда это вы подевались? Я уж думала, что вам где-то плохо стало. И вообще, как-то вы узнали, где я живу? Вы что, сыщик, что ли? Нет, я инженер. С вами все в порядке? А что со мной может случиться? А черт его знает. 2 недели ходить в один и тот же музей. Любой может сбрендить. Я не в музей хожу. А куда же? К вам. Евгений Анатольевич, у меня мать парализованная, у меня 2 взрослых дочери от очень разных мужей. Я уже себе давным-давно не принадлежу. Немедленно прекратите ходить в наш музей.
Но у вас историка революционной экспозиции действует разрушающе. Совсем мужик сбрендил. Просто террорист какой-то. Ну, дайте эти мне, ваши цветы. Если они, конечно, мне. Они мне? А не какой-нибудь молоденькой профурсетки, нет? Спасибо. Черт с вами. Приходите ко мне завтра, часам к 10 утра. Я завтра работаю во второй половине дня, так что хоть накормлю вас нормально. Небось, лопаете, бог знает что, и неизвестно где. Квартира 72. Я знаю. Поразительно подозрительный тип. Ну, ладно. Пока. Ух ты. Мамулечка, я уже здесь. Сейчас я бегу к тебе, моя мамочка. Сейчас я свою мамочку накормлю. Эти цветочки тебе. Сейчас я тебе все перестелю, мамочка. А чего так мое сердце замирает? Так. Ну-ка. Вот. Умница, мамуленька. Умница. А как ребенок из рабочей крестьянской семьи, так тут пальцы в кровь, морду в смятку, деньги на бочку. Угу. Ну, чтобы школа с медалью, институт с красным дипломом. И обязательно потом Москву, мамочка. Вот, а там кому-нибудь под зад коленкой. Бешеная общественная работа. Еще лучше, мамочка. Вот так, молодец. И здрасте себе, пожалуйста. Они уже едут за границу, они уже заседают, они уже стоят на мавзолее. Вот, а сейчас мы с тобой тепленького молочка выпьем. Да, мамочка? Сейчас мы выпьем тепленького. И желудочек у нас с тобой будет работать хорошо. Революция продолжается по сегодняшний день, мамочка. Кто был никем, тот у нас становится всем. Печенье тебе размочить, молочки? Сейчас мы размочим печенье, молочки. Сейчас, ну-ка, мамочка. Ну-ка, что такое-то? Ну, что такое-то? Не хочется, да? Думаешь, сухое? Да, если что-то не размочила. Малыш, поехали ко мне. Маманя сегодня вечернюю. А? Нет, неохота, Мишань. Ну, Настен, котеночек. Чего, на моторе туда-обратно, делов-то? Ну, все вот на полчасика всего. Ну, сказал же, неохота. Мне-то надо еще в холодильник запихать. Бабушке день рождения скоро. Мне тетя Клава эту шелупонь с таким трудом достала. Я даже деньги еще не отдала. А сколько надо? Да не надо, у меня степуха на днях. Обижаешь, малыш? Чао. А завтра? А завтра посмотрим, как еще вести себя будешь. Не понял. Я сказала, посмотрим завтра, как будешь себя вести. Настя, который час? Я кому сказала? А? Интересно. Здравствуй, дорогая Каркуша. Да. Пишет тебе вместе с бабушкой Машей внучка Таня. Да. И поверни, а то бабушке ничего не видно. Хотим тебе сразу же, наша дорогая Каркуша, написать, что ты настоящая умница. В сентябре ты нам с горечью рассказала, что очень много кошек и собак совсем не знают правил дорожного движения. Да, это действительно так. Да. И очень часто попадают под колеса машин. Очень обидно. И только ты, Каркуша, могла додуматься, что и собак, и кошек можно учить всем правилам дорожного движения, как учат всех пешеходов. Молодец. Да, такой совет я давала. Не помню. Ну, потому
совет ребятам давал. И тогда я решила обучить дорожным правилам своего щенка-дружка. И знаешь, Каркушу? Ну почему? Почему мы не можем поехать вместе? Меня могут провожать в аэропорт. Ты будешь чувствовать себя неловко. Да и я тоже буду выглядеть по-дурацки. Зачем нам столько унижений? Я влетаю первым, все организую, и через 3 дня жду тебя в Адлере. Потом мы целый месяц будем вдвоем. Представляешь? Море и мы. Я обещаю тебе. Я клянусь тебе. Понимаешь? Господи, Господи, ну обними меня. Сколько? Мамочка, какая разница сколько? Главное, чтобы было в чем раздеться. После отпуска возьму халтурку, рассчитаюсь. Ой, грандиозно. Ну просто красавец ты моя. Фонари, ребят, 1 час ночи. Марш отсюда, а то с утра не добудешься. Да? Угу. А, Гонконг, чё? Дешевка. Красная цена полтинник, базарный день. Сколько? 50 ре. Ну что ты удивляешься-то? Хороший купальник тянет на 200-250. Господи, а чем же он должен быть лучше-то? Ну так. Да, между прочим, откуда ты знаешь-то? Я что, на облаке живу, что ли? Настя, мне некогда, вынеси из-под бабушки. Я ничего не знаю, я убираю раскладушку. Ой, какая паршивая девчонка. Ну и кому сказала? Мне же потом белье стирать. Ну, Лиза тебе... уже выносит. Что он у меня с утра, как 2 полкана? Не ори на мать. Мам, ты не видела, где мой проездной? Нет. Зачем тебе проездной? Тебя же на машине возят. Меня возят пока только в одну сторону. Мам, ты что, кого-то ждешь? Что? Ждешь кого-то? А что это ты лопаешь-то? Ну-ка, да на, смотри, аскорбинка, витамин С. Ну, где же мой проездной? Настя, ты случайно не видела, где мой проездной? Подавись ты своим проездным, на вот. Мама, ну ты смотри, а? Слушай, я тебя умоляю, тресни ей по шее. Если бы у меня был мужик с тачкой, он бы меня возил туда и обратно. Ледунь, осторожнее через улицу. Целую, пока. Ну, что ты сестру-то обижаешь? Знаешь, мам, мне кажется, это Андрей Павлович со своим односторонним движением все-таки жлоб. Слушай, а что это ты всю аскорбинку-то лопаешь? Осенью витамины нужны. Кого ты ждешь, а? Не твое собачье дело. Бери рубль и вали отсюда из дома. Понятно? Мне этот рубль до фени. Что за выражение до фени? На. Собачье дело можно, а до фени слух режет. Дай 20 копеек. Почему 20? На метро и на автобус туда и обратно. А на что ж ты есть-то будешь? Мам, пока я практику прохожу в гастрономе. Слушай,
Это гнусность, это неинтеллигентно. Я запрещаю тебе это переделывать систему. Мне плевать на эту систему. Я не хочу, чтобы ты в ней участвовала. Бери рубль. Иди на свои. Заколебал ты. Слушай, я ничего выгляжу, а? Улет. Пока. Привет, бабуля. Настюха, осторожней через дорогу. Тачку Явы. Спасибо. Я надеюсь, он тебе очень понравится, мамочка. И самое главное, в нем ничего вот этого нашего, понимаешь, вот этого московского. И нахрапа ни этой хамской, о боже, не могу попасть, деловитости, понимаешь? Нормальный, застенчивый мужчина. Вот, ну, правда, вот, немножечко, чуточку, конечно, провинциален, но, между прочим, в этом тоже есть какое-то очарование. Мамочка, я закрою дверь, чтобы тебе не мешать, да? Иду, иду! Здравствуйте, Нина Елизаровна. Здравствуйте, Евгений Анатольевич, проходите. Проходите, проходите. Извините. О, ничего, ничего. Немедленно прекратите этот стриптиз. У нас это не принято. Что вы, как можно? Я кому сказала, обувайтесь. Тоже мне герой-любовник в носочках. Ого. Не могу я жить без шампанского. А где вы розочки брали? На белорусском вокзале. Вы что, нормальный человек? Там же ведь каждый цветочек по 5 рублей штука. Вы что, наследство получили? Нет, суточный. И компенсацию за неиспользованный отпуск. Да, вы действительно нездоровы. Я вами займусь, серьезно займусь. Я об этом могу только мечтать. Раздевайтесь, раздевайтесь. Проходите. Ешьте, ешьте, а то остынет. Вот меня и послали на эти курсы. А суп? А суп? Это что-то абхазское. Там каждому русскому слову прибавляют букву А. А горсовет, А магазин, А... А суп? А суп. Автоматизированная система управления производством. Я же работаю диспетчером на заводе. Старшим диспетчером. Ну, старший это так. Одно название. А меня и посылают на 3 недели. А что такое диспетчер? Диспетчер. Есть график прохождения заказов. Ну, смежники чего-нибудь недопоставили, и план летит к ядрене матери. Ну, а садишься, звонишь, требуешь, просишь, умоляешь. Ты кричишь, на тебя кричат.
А вы кричите? Я? Нет, я не кричу. Больше на меня кричат. А я тебе еще раз повторяю, важно в принципе решить, ехать тебе с ним или нет. Для меня это вопрос жизни. Там, наконец, может все решиться. Ни черта там не решится. Это для тебя вопрос жизни, а для него баба в койке на время отпуска. Марин, я тебе запрещаю. Ну, он же кобель. Ты посмотри на него внимательно. На его сладкой роже так и написано. Кобель. Марина. Идиотка. Что-то у нас холодно сегодня. Андрей Павлович, родненький, а что, если я форточку закрою? Да ради бога, Марина Васильевна. А если это сделаю я? Как можно, шеф? Что вы, что вы? Тоже мне устроила примитивную провокацию. Юбку задрала. Он же мужик. Было бы хуже, если бы у него при виде твоих ляжек вообще ничего не возникло. Ой, все, что надо, все возникло. Рыбу хочу. Слушай, Ледунь, отложи свой отпуск на месяц. Вместе поедем в Ялту. У меня там в интуристе все схвачено. А? Поселимся в отличной гостинице. Рядом дом творчества писателей. Да вы то рукой подать. Найдем двух шикарных мужиков. Рум 97. Найдем двух шикарных мужиков. Не нас будут выбирать, а мы. Проведем время, как белые люди. А там чем черт не шутит? Я люблю его. А ты не подумала о том, что его еще одна женщина любит? Кто? Его жена. Нашел место. Не лезь, кому говорю. Расслабься. Отвали. Пристал тоже. Да ладно, что ты? Че, ничего, влипли мы, вот че. Не понял. Ну, я влипла, так тебе понятней. А что? О, господи, кретин, именно в то самое. Ты че, сдурела? Ага, сдурела. Сколько раз просила, Мишенька, будь осторожней, не боись, малыш, я все знаю. Дотрахались. Чего ты рожу кривишь? Назови иначе. Погоди, Настя, а ты уверена, что ты... Беременна? Да. Беременна, не боись, малыш. А ты уверена, что... Тут меня... Часто давай не заводи. Я какой участок? Я ведь тоже живой человек. Я же тоже мама.
Ну, я тебя спрашиваю, что тебе надо? Не получится у нас с вами. Чика, идите. Женя, эти трусики в цветочек вам очень к лицу. Ну, теперь давай спокойно. Что тебе от меня было нужно? Объясни, зачем ты меня звала? Я тебя час назад тому накормила, я тебе постель перестелила, судно у тебя чистое, сама ты сухая. Да, сухая. Да. Что тебе от меня было нужно? Что ты закрываешься-то? Что ты закрываешься-то, комедиантка? Тебе когда-нибудь кто-нибудь бил? Тебя когда-нибудь кто-нибудь хоть в чем-нибудь упрекнул, что ж ты закрываешься-то? Опусти ручонку-то! Ты же всегда жила так, как тебе этого хотелось. И меня заставила жить так, как ты этого хочешь. Это же ты меня развела с Виктором. Ты же его не хотела прописать. Ты же его сделала приходящим мужем. А Лиде тогда было 4 года. Пусть он был дурак фанфарон. Но он же был отцом моей дочери, твоей внучки, наконец. Он был моим мужем, ты понимаешь? Черт тебя подери совсем. Я бы, может быть, еще и с него человека бы сделала. Но нет, как же? Ей не нужен был студент. А теперь у него все есть. А мы с тобой 9-й хрен. Голодаем без соли. Я не могу себе купить колготки лишние. Девки, бог знает, во что одеты. Ручонка она прикрылась. Опусти ручку. Ты мне всю жизнь покалечила, ты это можешь понять. У меня нету никакой жизни. А ты, Саша, помнишь? Ты помнишь Александра Наумыча? Ты же его со свету просто сживала, понимаешь, от того, что он Гольдберг. Ты Настю лишила отца. Ты заставила ее изменить фамилию. А он, между прочим, меня очень любит, ты понимаешь? До сих пор он меня любит, ты понимаешь? Он обожает нашу Настюх. Мне через 50 будет 50 лет. Ну, в кои-то веки пришел нормальный, здоровый мужик. Он же тебя на юг хотел взять, он же тебя хотел на лужок посадить, чтоб ты цветы нюхала. Господи, боже мой, господи, когда это все кончится? Ну, что ты? Ну, что ты, ты плачешь-то? Ну, мама, милая моя, ну, ладно, ну, не плачь. Мамочка, ну не плачь. Ну не надо плакать, мамочка. Прости меня. Ну что я, Бог? Прости меня, мамочка. Ну правда, это все неправда, что я тебе сказала. Ну неправда, миленькая. Ну прости меня. Ну прости меня, Господи, дуру. Прости меня, мамуленька. Господи, что ты завелась-то, мамочка? Я прям даже не знаю, что со мной происходит. Прости меня, мамочка. Попей немножко. Дура старая завелась. Все тебе сказал неправильно. Все сказал неправильно. Ни одного слова моего не помню. Все, мамочка, прости меня. Прости. У нас, знаешь, замечательная жизнь. Мы живем замечательно вообще, очень хорошо живем. И у нас еще все будет очень хорошо. И все будет очень замечательно. И лучше всех.
Алло? Меня нет дома. Я на дискотеке. Вы что, вы не захворали? Мне тоже очень жаль. Послушайте, а вы приходите к нам послезавтра? Нет. Ну, почему? Нет, у моей мамы день рождения. Ну, будут только свои. Да. Да нет, почему удобно? Удобно? Угу. Спокойной ночи. Кто это? Да так, ты его не знаешь. Интересное кино, только свои я не знаю. Ну, очень милый, одинокий человек. Тебе достаточно? Меня нет дома. Угу. Алло? Саша! Сашенька, мы тебя завтра ждем. Ага, с папой будешь говорить? Ну, он же ждет, иди же быстрее. Ну, что ты как корова ходишь? Привет, папуль. Ага, все в ажуре, все нормально. Да. Придешь? А, ну, порядок, да? Ну, да. Кайф, сейчас, подожди. Мам, представляешь, бабушка прислала мне кроссовки из Израиля. Такие же, какие были у олимпийской сборной. Замечательно, я очень рада. За тебя, за бабушку, за сборную и за Израиль. Ну, привет, пока. Да? Меня нет дома, вернусь поздно. И вообще попрошу мне больше не звонить никогда. Ты чего, с ним поссорилась? Мамуль, займись своими делами. Я смотрю, у тебя их не в проворот. А я за собой как-нибудь сама посмотрю. Договорились? Между прочим, я, между прочим, занимаюсь и все время думаю только про вас и думаю. Включи бабушкину программу, там уже началось. Хорошо, дочка. Я включила. И поверни телевизор, бабушки ни хрена не видно. Угу. Хорошо, дочка. Мамульчик, тебя видно? Ага. Дочка, я повернула. Как ты меня напугала. Настюхочка, Настюш, там Мишка на улице просит тебя на минуточку выйти. Лидочка, сиди не трону, скажи ему, чтобы он пошел. Что? Что ты сказала? Я сказала, что я сплю. Так, где же мои перчатки? Деньги, я кладу тебе вот сюда. Мам, ты не видела, где мои перчатки?
Ой, господи, бабушка тебе подарила 50 рублей к отпуску. Да, Лидонечка. Спасибо, спасибо, спасибо. Мамочка, Лидочка тебе говорит спасибо. Ты вот эту кофточку возьмешь, а? Мамочка, Лидонь, успеется с кофточкой. Я думаю, что ей надо. Ты же видишь, я на работу опаздываю. Господи, боже мой, ты же завтра в 6 утра встаешь. Мы же не успеем тебя собрать, Лидуня. Нет, ну я же помню. Вчера перчатки лежали вот здесь на столике. Настя, ты не видела, где мои перчатки? Зачем тебе в машине перчатки, а? Он уехал еще позавчера вечером. Боже мой, ну где же они? Слушай, ты уже всех в доме заколебал с перчатками. На, подавись, на. Вот это платье мама, я тебе тоже положу. Мама, ты видишь, что это растет? Вижу, вижу. Может, в ресторан мам, с ним я пойдешь. Твое пальто надела, ты никуда не идешь. И туфли. Слушай, ты не возьмешь эти белые туфли, а? Нет, нет. Как это? Хорошо. Ой, горит, каша горит. Так, бабушкино судно забыли вынести. Иди, иди со своими перчатками. Ой, черт возьми, как горит. Привет, бабуль, что там у нас? Ура, у бабушки получилось! Замечательно, Настюня. Что ни говори, а в жизни всегда есть место подвигу. Да, Лид? Один раз в жизни вынесла и то успела спектакль строить. Осторожнее через дорогу, Лидуня! Все, пока, я пошла. Угу. Вот, гоняешь в Прагу, купишь там крутоны из ветчины. Помнишь, я на Новый год приносила? Сколько? Ну, на трое. Угу. Виктор Витальевич, 4. Твой папа 5, Евгений Анатольевич 6. Кто такой Евгений Анатольевич? Пиши 6 штук. Ну ладно. Так, а бабушка что жрать будет? Опять овсянку? Так, что же у нас будет жрать бабушка-то? А ты ей купи 2 котлетки куриные. Понятно? Угу. Ой, это откуда тут у меня, а? Это я типа вчера получила. Ты моя золотая. А че так мало-то? Ой, черт, забыла. Я ж купила языки. Да что ты? Сейчас, вот, надо их разморозить. Настя, немедленно признавайся, откуда ты их взяла? Знаешь, что такое коммунизм, мама? Это когда у каждого советского человека есть в магазине свой знакомый мясник. Знаешь, это просто отвратительно. Так что давай заглянем в наше светлое будущее. Отвратительно, понимаешь, это все. Зато вкусно, давай деньги. На. Лида? Можно вас на минуту? Простите, пожалуйста, вы Лида? Да. Вы меня не помните, я Надя, жена Андрея Павловича. Вы меня простите, я просто не знаю сейчас, кому еще. Что, что вы? Это вы меня простите. Вы уже знаете, да? Что-нибудь с Андреем Павловичем? Они улетели на юг. С вашей подругой, с Мариной. Она вылетела вчера за ним следом. Они в Ялте, он поменял билет на Симферополь. Лидочка, вы не могли бы как-нибудь с ней связаться? Понимаете, у меня двое детей, младший сейчас у соседки. И я просто... Костя, перестань раскачиваться, ты мешаешь! Извините. Нет, нет, ничего. Я... Он не тяжелый. Лида, мне больше некому идти. Я совершенно одна, если он от нас уйдет. Я просто не знаю, что мне делать. У меня даже специальности никакой нет. Понимаете, я... Помогите мне, Лида. Свяжитесь с ней. У меня больше никого нет. Я просто одна. У меня на завтра 6:10 утра билет Москва-Адлер. Я могла бы его поменять? На что? На деньги. О, а я уж думаю, куда подевался. Хорошо встретились. Зима. Спокойно. У меня тут для тебя одна книга есть, очень ценная, как для будущего юриста. Уголовный кодекс РСФСР называется. Вот слушай. Статья 119. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, наказывается лишением свободы до 3 лет. Те же действия,
сопряженный с удовлетворением половой страсти в извращенных формах. Ну, слава богу, ты до этого не додумался, так что держи. И учи это наизусть, сволочь. Если еще хоть раз ко мне приблизишься, сидеть от звонка до звонка, понял? Иди, малыш. Дерьмо собачье. Мамуль, там на кухне такое творится. Настюха во все чеснок кладет. Я еще никогда такой не видела. Я прикрою дверь, ладно? Именинница-то моя. Тебе ничего не нужно? Мам, Лида пришла. Ну ладно, мам. Хорошо, что тебя рано отпустили. Меня еще вчера отпустили. И оказывается, вообще заменили. Лидка, давай капусту режь. Так. Рюмки. Ой, вот это да. Любимые мои. Пока никого нет. Откуда это у тебя? Я предлагаю выпить по разминочному рюмашу. Просто так, друг за друга. Я водку. А-а, я коньяку. Пожалуйста. А можно не капельку этой штуки? Только капельку. Пожалуйста, этой штуки, дурочка. Это же чинзана, напиток богов. Ну, мам. Ну да, мам. Мам! Ладно, хватит. А это что, ресторанный, что ли, Лид? Господи, сколько же ты сплатил, Лидонь? Кисоньки мои, милые мои. Какая разница, откуда что? Плюньте вы. Пусть наш дом будет полной чашей. Ну ладно, Лид, хватит. Ну что ты, дай-ка. Хватит. Тебя кто обидел-то? Дочка. Ну что ты, моя маленькая? Ну что ты, моя солнышко родное? Ну кто тебя обидел? Кто обидел мою доченьку? Кто обидел мою маленькую? Иди скорее, черт кого-то принес. Иди скорее, займи чем-нибудь. Дочка, ну пойдем, ты умоешься, да? Ну иди ж скорее, открывай. Ну что ж тебе сколько раз говорить? Человек звонит. Пойдем. Пойдем, ты умоешься. Пойдем, доченька. Кто тебя обидел? Кто там? Кто обидел мою Лидонечку? Пойдем, маленькая моя, скорее умоемся. Прохладной водичкой. Ах, Евгений Анатольевич, вы уж извините, что я вас так напрягаю. Но, как сказала мама, когда собираются только свои... Нет, ну что вы, Настенька, мне даже очень приятно. Обожаю чинзана. Италия. Напиток богов. Ну, правда, теперь, когда я готовлюсь стать матерью, приходится отказывать все. Как? Ну, я говорю, приходится ограничить себя перед родами, да. И когда же это прекрасное событие должно произойти? Ну, месяцев через 7. Через 7,5. Настя, у нас кто-нибудь есть? Не, все нормально, мам. Только свои. Иди, дочка, а я подотру. Иди. Идиотка малолетняя! А, кстати, Евгений Анатольевич, как вы считаете, Бермудский треугольник действительно существует или это так? Трепотня, чушь собачья. На. Настюх, ты что это в джинсах-то? Мне так удобно. Евгений Анатольевич, принесите, пожалуйста, там на кухне язычки. Блюда на подоконнике, хорошо? Языки? Один момент. Откуда у нас языки? Языки. Это Настюха добычица. Вот золото не люблю ваше. Эти торгашеские дела. А жрать любишь? Жрать люблю, но понимаешь... Вот и заткнись. Девочки, 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 не ссорьтесь. Спасибо. Держи. Настюха, твой пришел. Ага, сейчас иду. Евгений Анатольевич, ну не нервничайте так.
Не надо так волноваться. Давайте я вам помогу. Ура, папа пришел. Папа, я тебе кинзу купила. Ну, спасибо, бабушка. Ну, посмотри на меня. Да. Вот. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, девка. Ну, проходи, раздевайся. Так, мама, Настя, ну, давай, я сама. Вот сходу. Тебе кроссовки. На. Ой. Не Здравствуй. Здравствуй. Да, поздравляю тебя. С днем рождения твоей мамы. И, кстати, на. Мои прислали ей лекарства. Давай. Слышь? Очень эффективно. Да, буквально все страны запатентовали, ну, естественно, кроме нас. Сашенька, познакомься, пожалуйста. Вот это Евгений Анатольевич, мой друг. Вот, Евгений Анатольевич, это Саша, Александр Наумович. Это мой второй муж, отец Насти. Гольберг, вы не против? Что? Не обращайте внимания, это папа так бездарно шутит. Неудавшийся вундеркинд, тяжелое детство, три класса церковно-приходского хедра. Что же вы так о папе-то, Настенька? На, девочки, вот распатроньте эту сумку. Я тут взял продуктовый заказ у нас в театре. Ну, спасибо, знаешь, оркестру всегда в последнюю очередь остатки, но, может быть, вам пригодится. Конечно, пригодится, Саша. Пойдем на кухню разберемся. Лида, иди, твой. Иду, иду. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, Лидочка. Это бабушки. Как она, кстати? Спасибо. Все хорошо, спасибо. Слава Богу. Возьми. Здравствуй. Настя, как дела? Виктор Витальевич, нормально. Здравствуй. Это тебе, оставь на себя. Знакомьтесь. Вот, это Евгений Анатольевич, это самый мой близкий друг. Виктор. Мой первый муж, отец Лидочки. Очень приятно. Да, забавно. Ну что ж. Вы знаете, я тут заседание президиума коллегии. Да, и вам конечно, всем безумно интересно. Помоги мне, пожалуйста, оставить стулья, а? Пожалуйста. Да, ты не меняешься. Так. А где еще? А сюда... Хватит, еще, да? Да, вот сейчас мы возьмем отсюда. Дай сюда. Пожалуйста. Так, налево. За бабушку стоя. Стоя за бабушку. Ваше здоровье! Ваше здоровье. Мамочка, твое здоровье. Твое здоровье. Я уж подумал, так растерялся. Винолить, а? Что это? Ага, конечно. Так, что это у нас тут такое? А, курица. Могу другое. Нет, ну, пожалуйста. Женя, курочку возьмите. Да? Нет? Пап, язык хочешь? Я уже забыл, как он выглядит. Что, Женя, донесем? Вдвоем-то, запросто. Знаете, Женя, может, мне действительно съездить к вам ненадолго? Я так давно не была на море. Вы мне свой завод покажете. Нина. А Лидочка дом возглавит.
ну, так сказать, пробный шар. А теперь попрошу выбить за... Будешь, нет? Да нет, я... Спасибо. За Лидочкин отпуск. Вот. За Лидочкин Адлер. Папочка, ни за какой отпуск мы пить не будем, и тем более за Адлер. Не дали на работе отпуск? Дали. Но я его постараюсь использовать на поиски новой работы. Пожалуйста. Не понял. Попрошу объяснить, в чем дело. Витя, ну не хочет Лидочка ехать в этот вонючий Адлер. У нее есть свои соображения. Настя, возьми чашку. Господи, ну какие соображения? Ну, пусть скажет, какие соображения. Действительно, пусть скажет, какие у простого советского человека могут быть секреты от коллектива. Общественное превыше личного, да, Виктор Витальевич? Тебя вообще пока никто не спрашивает, Сопливка. Понятно? Одну минуточку. Виктор Витальевич, я вас попрошу разговаривать с девочками другим тоном. Да хватит, да ну хватит. Так, ну все, 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 все. Да Саша, нет, я прошу, тебя, не обращайся. Ну, папа, я запрещаю тебе цепляться к Насте. Так, теперь к вопросу об отложенном отпуске. Бабусечка, возвращаю тебе вот эту дотацию. Тем более, что мама ее у тебя наверняка сама выпросила. Спасибо, родненькая. Настюха, а тебе хочу подарить... Так. Вот этот купальник. Извини, родная, дешевка, Гонконг. Я тебе еще от чистого сердца. Спасибо. Ну что ты, Лидунь, купальник просто прелесть. Только он мне сейчас ни к чему. Ну не сейчас, потом к лету. К лету тем более. Оставь себе, Лид. Ну почему, Настя? Ну а почему, Настя? Да просто я уже месяца полтора-два как беременна. Ты так со мной не шути, ты свою мамку не пугай, беременную. Дай-ка мне коньячок. Для какого? Да мне все равно. Как это все равно? Ты представляешь, как я буду выглядеть летом? Ты серьезно? Подождите. А если сейчас позвоню прокурору района, это мой близкий приятель, и изолируем этого мерзавца лет на 10? Не смейте врать. Статья 119, часть 1, до 3 лет. Ничего, мы оформим это как изнасилование. А я на вас в суд за клевету. Не лезьте не в свое дело. Да. Надо немедленно организовать аборт. А? Какой? Леда, у тебя есть свой врач по этому профилю? Как? Ты же... Какой аборт? Ладно, сам займусь. Аборт необходим. Да вот тебе аборт! Да вот что тебе аборт. Это такое, что яблоко от яблони? Ну, зачем вы так? Нельзя, честно. Ну, хватит! Вы-то тут при чем? Лида, тоже. Прости меня, милая. Я сначала не думала, а теперь сама хочу. Очень. А чего ты хочешь-то? Ребенка. Как же ты это могла? Ты ведь, я же с тобой говорила, я же тебе все объясню. Дочка моя дорогая, что ж, как же тебе не стыдно-то? Чего я должна стыдиться? Ты двоих родила, не стеснялась же? Ну я же вот, я же от мужа рожа. Это просто отвратительно. Противоестественно забеременеть в 15 лет. Ты знаешь, Виктор Витальевич, вот если бы ты забеременел, это было бы отвратительно и противоестественно. А девочка в 15 Саша, лет... о чем ты говоришь? Саша. Муля. Ну, конечно, ну, немножко рановато. Но ничего страшного. Ничего страшного. Может, для тебя и для твоей родни, которая туда смотала, ничего страшного. Да пошел ты. Знаешь что? Саша. Вы живете в России, сударь, и прошу этого не забывать. Витя. Послушайте, понятно? Вы ведете себя уже неприлично. Женя. Этак можно, бог знает, до чего договориться. Вас это не касается. Как а это? Что же ты, Витя. Александр, Витя. На ум туда не смотал, а? Витя. Папа, не надо. Витя. А я, знаешь, у меня здесь две дочки. Да. Саша. Витя, Саша. Одна моя, одна твоя, Вальчик. Которая, в сущности, тоже моя. Господи, нашли твоя. Время. Папа, не надо. Каждый, я прошу тебя. Потому что она при мне стала. Одно и то же. Хорошим и взрослым человеком.
и женщина, которую я люблю. Саша. Ах ты, боже мой, люблю. Ну, тебе это не понять. Витя, Саша. Ты любишь, да? Что это ты люби заговорил? Я, что ли, не люблю Ниночку? Да? Да, господи, я ее люблю так, как, может быть, вам никому и в голову-то не приходило. Если б не это, может, ваша Настя могла бы быть моей дочкой. Ну, зачем же сейчас-то говорить об этом? Дай ему валидол. А когда говорить о любви-то? Жизнь-то проходит, господа. Папа, успокойся, перестань, на возьми. Я каждый день с тобой помню. Успокойся. Каждую минуту. Ну, ладно. Да помню. Что ладно? Ну, не пей, Саша, я прошу тебя. Дай сюда, что нам делать? Саша, что нам делать? Что нам с ней делать? Что ты все время дергаешься-то? Ну? Ну, ты же отец. А я вот, например, хочу внуку. Ну, да. Настя, ты кого хочешь? Мальчика или девочку? Девочку. И я девочку. Здрасте. В чем дело? Нина Елизаровна, позовите, пожалуйста, Настю. Нина Елизаровна, я люблю ее. Нина, ну пусть меня посадят, пусть меня там зарежут. Нина Елизаровна, позовите, пожалуйста, Настю. Нина Елизаровна, понимаете, Нина Елизаровна, позовите, пожалуйста, Настю. Вот. Нина Елизаровна. Настю, позовите, пожалуйста. Не-не-не. Нина Лизаровна, я не буду больше. Не ной, кто там? Никто. Настя, ты его нарочно мучаешь, да? О, Господи. Между прочим, я бы с удовольствием с ним познакомился. Сядь. Ну почему, Настя? Ну почему? Ничего интересного, папа. Слабый, бесхарактерный, не очень умный. Наверняка поддатый сейчас. Выйдут соседи, отправят его куда следует. Нет, этого допускать нельзя. Это постыдно. Как вас зовут? Миша. Ты что, его знаешь? Осторожно, Евгений Трубич, он все приемы знает. Настя! 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 Михаил, ты бы вел себя поприличнее. А то ты этим Настю только расстраиваешь. А в ее-то положении нельзя никак... Пошел ты, пошел ты, козел старый, пошел! Я тебя сейчас размаштежу... Чего ты? По чертежам не соберут. Чего ты так нервничаешь? Ты завтра заходи трезвенький, поговори как человек. А то сейчас соседи выйдут. Кто выйдет? Кто выйдет? Кто? Кто? Кто нос высунет? Ну? Ну? Чё? Ну как с тобой разговаривать? Ну? Ну о чем я с тобой с козлом разговаривать? Ты мне скажи, а? Да, видать, разговор у нас не получится. Да, конечно, да. Тихо. Ничего. Ну-ка, присядь, миленький. Присядь, успокойся. Это ненадолго. Ну, успокойся. Ну-ка, дыши. Дыши. Ну, ты еще на Насте женишься. Ко мне приедете. У меня там садик есть. Квартиры надо что-то делать.
деньги, деньги. Господи, когда же мы жить-то начнем по-человечески? Мам, у нас больше выпить нечего. После Александра Наумовича, что ли? С ума сошла? Спокойно, девочки. Когда я увидела, что пап на жоре, я тут же заныкала это. Ну, кто добычица, кто волчица? Да, ты добычица. Ты добычица. Ты добыла. Мамочка, я предлагаю добычица. Выпить за Настю. Мамулечка моя, милая, ну выпей, ну выпей, ну выпей. Давайте будем исходить из реальных возможностей. Нам надеяться не на кого. Да, ничего, ничего. Мы еще себя покажем, да? Настюх, ничего. Будь здорова, Настя. Если шкаф поставить вот так... Правильно, тогда туда кроватка встанет. Да, тогда здесь встанет кроватка. Ага. А вот здесь рядом встанет еще и раскладушка, ага, понимаешь? Ага, ага. Это значит, мы бабушкино судно будем носить со всеми ее делами мимо маленького, да? Да, действительно. Маленькой, сколько раз тебе можно говорить? Ну, какая разница-то? Какая разница? Ребенок все равно будет дышать ее миазмами. Чем? Ну, тем. А. Ну, не вечно же это будет продолжаться, когда-то это кончится. Юные грезы и сны. Где шум леса, пение птиц, где цвет полей, где серп луны, блеск зарниц.